Шаманы, сидите, будете доказывать, что шаманы дамажат. Все, ваги не надо. Кто там? Кому там надо, мало? Гена. Гевка. А я тут уже. Все, я понял тебя. Ну ты, Гевка, с нами и прешь дальше. Не, да я просто это говорю. Только сейчас это пришел. Просто. Мне написали просто, что вы на робота пришли. Ну у тебя есть время, то как бы и дальше. Да, все, пришел. Мне просто это, типа, мать возвращалась с гуляния, там, коляску и ребенка раздеть. Я помнишь? Понял тебя. У тебя есть ребенок? У меня нет. У меня сестра. У твоей матери есть ребенок, маленький. У тебя есть сестра с разницей в 20 с лишним лет? 20. Ладно, давайте потом это, знаешь, Гевка, как надо было сказать? У меня теперь есть, у соседа нет. Рита, можно еще раз потом там? Пикните на огурцы. Да, смотри, Нартия по кругу бегает, там не парьтесь, кто не знает тактику, она знает, что делать. Кова, ты стоишь на боссе. Зачем? Может, просто Никитос с Войдом выйдут на ранжу и будут стоять вдвоем. Войду один хуй, в танке делать нечего. А Никитос хант. А у чё, у Войда нету этого ДД-спека? Нет. Ну, спек-то есть, просто шмота нету. Так в прошлый раз же норм было с двумя танками. Типа, меньше ДД под... Могут давай, давай тогда этот, Войд в два танка. Я в одного и не танчил никогда. Ну что один, что два танка, типа, все равно. Ну да. Ну все, будете подстраховывать Коват НТ. Ну, а Никитос... Сапроты? Да. Сапроты обязательно пейте. У кого нету, кидайте обмен старику и готовьте голду. Лапы дайте. Бафайте, бафайте, чек на готовность. Да все знают. Единственное, я что лич, кто я? Лич? Ну, лич, бегай во фрейме босса и бей. Все. Следи за агро. У меня Омена нет. Лен, у тебя есть? У меня есть. У меня стоит тоже. Ну, Гевка, у меня... по анонсе. Да. У нас 4 по 1. Просто на Елеме мне нахуй не нужен. Хорошо. Я извиняюсь. Еще раз чек на готовность. Да, там. По агро, короче, Гевка, по анролишь, да, там, кому боб, кому чё. Локи ну. СС на себя может закинуть. Да, Локи сами на себя. Тут надо сопротивить. Ахуя и СС Лока, когда лучше паладином. Так. Лучше миликом, да, сливать, который агро ну, кстати, будет набирать. Да, типа, это ДКшники, провокатор. А. Короче, давай так. Я просто Локи... себя уже повесил. Ты повесил, да? Отдачи ты весил? Я понял. Отдачи ты весил, СС или есть? Ну быстрее. Они могут, да, на ретриков, скажи. Типа, один на враз, второй на драгонс. Все, так я и хотел так распределить. Угу. Локи, а у тебя есть СС? Или ты уже успел? Есть? На драгона кинь, пожалуйста. По отчету никто вообще не бьет. Просто бежит во фрейме танка. В центре встанем, под первой вольемся. Сапрот пейте. Сапрот обязательно. После первого топота я посмотрю, у кого нет сапрота. Адмирал мне чайники назовет, я 1000 ГП в его. Лен, куда? Не, ну... Все, веди в центр. Ждем. Во фрейме босса лич просто бегай и все. И бей босса. Все, погнали. Тотем сопротивления сил природы поставь, пожалуйста, Эршан. Или Лена. Мы поставим. Там, если что, Никитоса сложил. Ну, Тимбыч БР. И сразу по Никитосу бафы. Никитос, встанешь не во время каста. Блять, я так хочу сейчас шарик пиздануть. Вставай. Забафайте, пожалуйста, Никитоса, иначе он помрет еще раз все. А он встал, да. Красиво. Фул баф, дайте по нему. Заебись. Ладно, шаманы не дамага еще и ебашим. Так, следующий кладбон подымем. Повратка по Войду, ну дай. Алло. Нам хамбан. Войду. Надо. Войд в танке. А, ты в танке, окей.
Сори. На полу. По шаманам, по ельмам никакой сальвы не кидайте. Пусть ветерки свои юзают. Никитос, аквабом поднимешь, пожалуйста. После коста встанешь. Вставай. По Никитосу бафы отдайте. Бафы, фул захил. Амир, ты же можешь, да, скинуть, сэр? Да, конечно. Я на 72 скидываю сюда. Ты же глыбой вроде, да? Низом. А, точно. А иллюзии у вас же тоже, если я не ошибаюсь. Они просто игнорируют огром. Я понял. У них просто 3 минуты КД. А у нас нету, да, ретриковского 1% мана реакция. Лаки скин. Хосгон скин. Враска по мозеру сальву. Сальву, да, раскиньте. Драгонсон по провокатору. Да ёб твою мать. Так, Нарцея, умность бернешь, Лена, встанешь после каста. И бафы по ней тоже отдадите, как встанет. Харзису дайте, Инор, какой-нибудь один. Ганвест, дай по Харзису, Инор. Я Адмиралу залил. Квадбон. Я уже дал Харзису. Окей. Квадбон по умности потом тогда дальше. Мозер скинь. Лен, вставай. Дай по Мозеру Сталеву. Бафы пробафали. Умность пробафали все. Кова, дай тоже по Мозеру Сталеву. Во фрейм встаньте, кто не во фрейме стоит. Дайте еще не по провокатору. На каком там паладине был СС? На Драгонсене? БР есть, только умирать не надо. Драгонсен, если на тебе, то ван. Центр веди потихоньку. Чтоб... Да, к центру отведи. Все, вот тут. Драгонсен, дай диван по провокатору. Я понял. Кого-то на пуль. Маны хилам залейте, друиды у кого есть. Подумал, старший ману. Норти ты свой, это Инер, тоже, если есть. Провокатор стоп никак не будет. Стопните, не бейте. Сейчас все отлетите. Сейчас совы полетят. Драгонсон вылетел. Да, видим. На полу вставато. Понять не могу. У нас вроде бы враска в ретрике. Почему у нас нету мана рега? А, он не бьет просто? А дача скинь, если можешь раскол. Там попятится. Веста, да, помер. Блять, я сам с собой разговариваю. Все, у кого больше 80%, скиньтесь. Я, блять, крикнул Ганвесте, а у меня микрофон был выключенный. Тимбич, медведи дальше. Квадбон тоже. Да я и так не бил, скинул. 95%, я же вижу. Квадбон 96%. Мишка льва там. Я даже бить не этот, все потом перестал. Ладно, дал пальбу, бей. А есть сальва, да? И танки типа не набирают. У вас сальва есть по Мозеру, дайте. Вторую сальву по лечу. Ставлю купол. Тусите.
Дамажим пока. Нету больше нихуя дефов. Адмирал, есть гимн на ману? Нет, уже давно кого. Ты уже почти откатился. Есть, да. Отдай. Уход в теме тебя нету? Но он не работает. Ну типа танки не набирают. Давай, ребят, 14 лямов, хуйня осталась. Скидывайте агро, кто может. Мозер 102%. Я ничего не сделал. Тучка. Мы... Пока, мозер. Кладбон в мишку. Кладбон оверхильте. Дубовый прожмись. Зуш? 3 ляма осталось, хуйня. Все, давай. Вот вам и шаманы понерфили, блядь. Ну блин, ты стоишь, багаешь автоатакой. Стоишь, бьешь в соло таргет, сбрасываешь. Неважно. Парада говорит, что или мы чмо. Поднимите. Ну-ка. Так я. Сука, решение тут. Не, вот этот пистон, кстати, на Джайну вообще нихуево зайдет. Ой-ой-ой, тридничка, да? Угу. Блин, она, типа, здесь такое ощущение, что на каждом КД выпадает тринька хоть какая-либо из... Ну и хорошо. Где, в Дальнем Востоке ты имеешь в виду? Нет, вообще. Я вот сколько раз на этого робота прихожу, каждый раз вижу, когда здесь падает тринька. Просто пока... Ну что, скоро демона расчехлю, народ. Вот я только хотел сказать, у тебя четвертый, да, кусок же? Да, теперь воронки остались. ГЦ? А что, Ген, ты вроде чест хотел, не? Да я там, и там Локи тоже чест, получается, ласт кусок. Типа... Подожди, а что лично? Войт мне не ролил эту хуйню пистон? Нет. Лу, а что, сейчас солом 4-5 отдают? А я могу отдать, кстати, оно. Да, отдают. Это, а кому триня? На мейн спек кто-то жал? Тут кладбон, а в спек все больше никто не жал. Кладбон. А он танк у нас мейн? Ну да, так он давай, а там ему надо. А там никто, кроме тебя, не брал на спек. Не-не, бери там. А что, ну, нужна на Джайну, да? Ну, вообще хорошая. Ну, она в них хорошо, да, на Джайну заходит. Давайте, добегайте. Ну, как знаешь. Рыбу поставлю, отойду сейчас био, просто 30 секунд пока. Добегайте сюда. Танки, воет, коват. Ну, драгон, красава. Кладбон, давай в танка. То есть на Джане, например, сейчас приду. На второй, третьей фазе это очень хорошо. Бля, Рибон. Старый, у тебя из-за долгонога на 5000 криты больше, пиздец. Ну, блин, ты как хотел. Долгонок им... Девка, я надеюсь, да. Вечером у нас тоже упадет, блядь, плечо. Надеюсь. Вечером упадет Джайна, разве что. Нет, вечером мне нужно плечо на мага. Тоже будет четвертый кусок. Ну, кстати, Джайну-то убили или нет? Нет, 6%. Да, чуть-чуть не добили. Адмирал, ты глянь, куда вечером врать. Порядка 5-6% не добили. А сколько стоит эта тринька? 800. Но она, типа, знаешь, она как бы, она хорошо заходит на Джайну. Но я бы не сказал, что она обязательная. То есть, как бы, если ты ее не возьмешь, по сути, ты ничего не потеряешь. У меня вот... Сразу видно, Леха следит за нами. Пианист уже попер. Так, а Драгон был на боссе или он вначале вылетел? Нет, он был, он вылетел. Понятно. Скорее всего. Он нанес 900 тысяч и вылетел. Короче, он его не бил, да, грубо говоря? В сути, да. Сними ему, Лен. Кому? Драгон. Так, 3 танка. Кладбон, ты спекнулся? Вижу. Кладбон, а ты сверху бегал или ты снизу ловил?
Пускай нет, лучше на этих, на трэше сидит. Я думаю, снизу на трэше, да. Коват основной, Войд на второй платформе. Ага. Войд, ты тебе рассказывай, ты бегал? Да, я знаю все тут, да. Мне не надо ничего рассказывать. Я понял тебя. Есть кто? А, Лич. Смотри, Лич, ты единственный. Да, да, я слушаю. Смотри. Короче, стоишь на платформе, бьешь босса. По команде, либо по общей толпе, которая падает вниз, будешь ориентироваться. Ну, будут анонсить, в том числе я. Когда надо будет тебе спрыгнуть с платформы и просто спрыгнуть. И все, понял? На последней фазе, на второй, бьешь всегда босса. РДД будут трэш долбить. И на 15%. А ты прогнулся, когда надо будет спрыгнуть? Да, да, все. Это все будет оноситься, без проблем. Просто еще ориентируйся сам, народ прыгает, значит, тут что-то не то, согласен? Да, да, надо прыгать. Все, остальное вкуришь, тебе остальное знать не надо. Это сейчас, секунду, у меня минуту, подождите, пожалуйста. Да, кто третий? Кто че? Третий. Я не расслышал просто. Третий танк, кто? Коват, Войд, Кладбон. Кладбон снизу трэш собирает. Коват начинает. Войд на второй платформе. Хилы. Денчик сверху. Лен, иди ты тоже сверху. Денчик. Сейчас скажу. Изменение Алара в курсе вообще нет? Быстрее перелетает он, да? Нет, это старое изменение. Вообще нет, Лёх. Три танка наверх, потому что сейчас Алар может лететь на любую платформу из четырех. А снизу трэш кто? Он пришел на первую платформу, он может сразу полететь на третью платформу. А снизу трэш не... Пускай тогда просто второй танк стоит между двумя снизу платформами. Внизу и все. Наверху. А он не успеет еще... ваншотить? Еще раз, Леха, что? Он не ваншотит, он ауешит просто. Один на низу, один на низу, три наверху танка. Только один на низу будет собирать. Ты можешь мне доказать? Ты четыре имеешь в виду? Я тут расслабляюсь, это еще надо. Какого еще танк спек есть? Тимбыч, давай в танка. А, у Тимбыча. Этот, еще один маленький нюансик. По поводу этого. Алара. Мисс Таунт – это вайп, поэтому символы на Таунт. Обязательно. Ганвест – это по КД заливай Инор этому Харсизу. Хорошо. Не знаю, как правильно ник читать. Дается у тебя шуман. Поэтому друиду символ на рык. ДКшки на темная. Блять, как она правильно называется? Темная власть. Темная власть. И паладину тоже на таун. Символ. Так, Тимбыч, смотри, три танка. Коват начинает, Войд на платформе и Кладбон. Иди по центру тех двух платформ будешь куковать, если он куда-то полетит. Тимбыч, стоишь снизу. На крае платформы они танчат. Появляется трэш, феникс. Этого феникса ты таунтишь вниз. Вниз получил, бьешь. Если перелетел феникс на другую платформу, соответственно, передвигаешься. Танчишь его всегда посередине платформ. Вот, где флаг, например, вот тут стоит. Посередине любой платформы. Если он перелетает, начинаешь по чуть-чуть двигаться в другой платформе. И так по кругу. Тимбыч, понял? Смотрите. Объясню, как должно сейчас быть. Так как три танка наверху и один внизу, те танки, которые наверху, забирают на себя мелких. Вы забираете на себя мелких и можете отчасти даже их держать. Ну, то есть там они не сильно бьют. Это. Как вы забрали мелкого, на вас мелкий немножко может побыть, танк снизу таунтит на себя мелкого, РДД сливает быстро. И так по кругу. Дальше.
два танка, которые на второй и третьей платформе, вы остаетесь там практически всегда. То есть вы там не двигаетесь, блядь, грубо говоря, вы там стоите. Танк, который на первой платформе танчил, сразу бежит на последнюю платформу. То есть первый танк, который танчит, он бегает на первую платформу, на последнюю. Но опять же, если АЛАР заканчивается на последней платформе, то танк, который на второй платформе, страхует первую платформу, а на третьей страхует вторую платформу. То есть вы бегаете, грубо говоря, вот смотрите, на второй, третьей платформе танки стоят постоянно. Но если танк с первой платформы убегает на последнюю платформу, то танк с второй платформы страхует его на первой платформе. А третья, четвертая платформа, танк, который на третьей платформе находится, ну, то есть страхует уже вторую платформу, если вдруг что. Потому что АЛАР сейчас сделали так, что он летает вообще в разнобой, блядь, по разным платформам. Причем 8 секунд вроде бы это. Сейчас милики вы не побьете, вы будете, блядь, постоянно бегать. Так что сейчас посмотрим, если реально очень быстро будет летать, то милики будете сливать трэш, внизу стоять, и РДД все будут играть по боссу. У меня самый главный вопрос. После каста перьев, когда он крутится вверху, он летит тоже на случайную платформу или на одну из двух крайних? Случайно. На крайней. Первая или последняя? На крайней он будет лететь, потому что до середины там физически никто не добежит. Угу. Там он не полетит туда в любом случае. Ну это хорошо. То есть во время, как мы его бьем, он выбирает рандомную. А когда он взлетает, он выбирает только крайнюю. Правильно я понял? Да. Да, когда взлетает, он выбирает только крайнюю. А так, когда вы бьете, он может рандомную. То есть он может с первой Давайте. Может взлететь на третью, допустим. Как говорится, пощупаем нового босса. Так а что по хилам? Один хил тогда должен стоять на первый, второй, а второй на третий, четвертый, что ли? Зачем? Нет. Смотри, Денчик стоит мейна посреди первой, второй. Потом ты стоишь уже посреди второй и третьей. То есть ты по-любому успеешь. Отправляй рестор шамана одного и рестор друида, чтобы они бегали. Этот холипала нанизу оставляй, потому что холипал, если танк будет стоять на краю, через частицу будет его хилить, независимо на какой он платформе находится. Ну, в смысле, если он по-любому должен на краю стоять? Нет, там не совсем, ну, если на краю стать именно так, чтобы тебя могли прохиливать, тогда только холипал достает. Иногда холипал не может достать, потому что там немножко текстура не позволяет. Ну ладно, тогда Лена на кавате. Второе. Остается, потому что он внизу сможет на любую подбежать к любому танку и прохилить его. Ну Лена на кавате тогда пусть на мейне промеж первой и второй стоит. Второй Иршам промеж второй и третий тогда. И Нарция там бегает с ними. Там кошечки, херошечки, все такое. Адмирал с холиком снизу. РДД пока бьют трэш и босса. Милики бьют босса. Чек на габаф и на готовность. Нам бы еще одно тело. Изменения. Ну нету одного тела. Че, Фрэнсис, да, он отписал мне. Вагу, если только. Драгон, хуй пойми где. Бери вагу на Хэнси, а че мне поможет. Аларм. Может Фрэнсису тоже снять за первого босса? Не может, а снять Фрэнсису. Ваги не надо, вага здесь. Поставьте локшка. Блять, вага отсутствует на ваге. Не знаю, я ему пишу, сейчас ответит, нет? Фрэнсису даже... А, его он не получал, да, за приход? Я ему потом дал. Не знаю, вага пока не это... Недоступен. Давайте ждать не будем уже, ничего такого не будет. Еще раз чекну. Хоть посмотреть, что получилось тут с боссом. Ну все, по отчету пуляешь кого-то. Как подлетит. Ну да, сюда к нам.
Беладонна залагала. Кимбрич, смотри, скоро Феня появится. Сейчас перелет будет платформы. Через одну секунду. Вон Феню, лови вот этого. РДД во Феню встретить это. Влились. И Феню старайся, пожалуйста, от рейда у стены держать, потому что когда он умирает, он откидывает. Да. Все, перебежали. Следующая платформа через 5 секунд. ДБМ пиздит. Лови Феню. Подведите Феню к краю. Вон, смотри, слева на второй платформе его будет, что ли, долбит там. Стаунте его. Кимбыч, посмотри на второй платформе. Ой, ты уже перебегай, ты должен уже перебегать. Так, мне же страховать первую, правильно? Да. А, там стоит. Кимбыч, ну, сагри ты этого Феникса. Он второй уже появился. Вы что делаете-то? И того тоже таунти. Того таунти и веди сюда, РДД, переключитесь от Фениксов. Таунти этого тоже на пулу отдайте. РДД Феникса свичнитесь, вот которого меньше. Дайте ему набрать агро для начала. Тимбыч, не надо отводить самый угол. Надо вести наоборот к боссу. И агро набирай. Третий уже Феникс. Все РДД Феникса свичнитесь. Звезду сначала. После звезды звезду. Тимбыч, БРнишь Ганвесту, Ганвеста БРнишь Лока. Кто там на вторую? Стучу. Танк. А, ты стучишь. Тимбыч, БРни Ганвесту, Ганвеста БРнит. И лови Феникса. Где он лежит? Слева от тебя, возле стенки. Иди, лови Феникса, хары бегать. Кто там есть у нас еще? Клабон тоже танчит. Вот мимо будем пробегать, во фрейме появится цель, отведи к стене. Во фрейме появится Ганвеста, БРнешь его. Ганвеста БРнет Лока. Забери мелкого. Повторяю, Тимбыч. Перелетает платформа, перебегаешь вместе с мелким. Если не успели мелкого забить, агришь второго мелкого. На последнюю платформу кто-нибудь из танков встаньте. Вот сейчас бери это тело и перебегай дальше. Вот там и стой. Вот сейчас прям там стой, там и танчи. Будет время БРнуть, БР. Точнее, во фрейме будет сразу БР Ганвест. Второго мелкого бери. С рейна. Блять, вам что, ко мне сложно подбежать и... Отбегите от этих, сейчас раскинет. Не. Паришься ты в них, в этих фениксах. Да потому что, блядь, старая, не убегает нахуй, смотри. Не надо рвать агро с танка. Медведь не тот танк, который мгновенно набирает 500 миллионов агро. Дайте время набрать, потом вливайте, господи. Так он больше не взлетает, что ли, вверх? Взлетать нет. Добивайте, вон там помогает Мишка. Тимбыч, Клагбон, если есть время, отдайте Ганвесте БР, пожалуйста. Сейчас скажем. А, я понял. Возле входа в эту пещеру, где босса пуляем.
Тимбыч, забери вот этого. Перебегаем он уже справа, этот Алар. Угля с танка забери. Первую подстрекую. Я не знаю, полетит он обратно. Страхуйте, чтобы был с двух сторон танк и все. Так, взлетел. Вниз, все вниз. Все упали. Вот сейчас забирай вот эту птичку и посмотрим, куда Валанар упадет, туда и веди его. Я тебя поправлю, куда идти. У тебя не получается наперед бежать. Даже вместе с птичкой, если даже агро рвать. Вот сейчас бери ее и к флагу веди меж вот этих платформ. Прям к флагу. Стукните дамаг по птичкам, пока РДД поверху победе. Не туда ведешь. Вот, вот сейчас правильно ведешь. Развернись просто и беги, никто по ней не бьет. Минус 2 хила. Ну бейте, бейте уже. Кто там у нас есть? Ганвеста поднял бы, есть, да? Кладбон, у тебя КД? Нет, нет. Подними, пожалуйста, Нартию. Нартия пусть хила подымет. Бейте по птичке. Еще ты должен... Вот лови второго сейчас. Поменьше АУЕ, которого мелок... Не добивайте. Вот одного добейте, второго не трогайте. Там 100к у него осталось. Все, вот сейчас просто собирай трэш и наперед босса беги. Вот прям сейчас сразу. Вот тут стой, вот где ты сейчас. Еще назад отойди. Сейчас все свичнулись в босса. Нартия Хершаму Буэрни. МБРов вроде нет, да, больше? Все, бьем так. Старый, а что за огненный перья? Это когда взлетает вверх. Это он вверх взлетает, а УЕ по рейду идет. По верхней платформе. Да, если ты на верхней платформе. А, я внизу был вроде. Ну что зацепило тебя там? Так, милики, прыгайте, доводите боссов там до 20-30% РДД в босса. Кават, готовься потом сразу ловить босса в центре. Я метку поставлю. Где его? Тимыча, хильте. Тимыча, хильте. Милики, бейте, доводите до 20%. Тимыча, захил. Стой, стой. Давай одного пока заберем. РДД долбим. Все, босс убит. По трэшу пока не долбим. Ждем. Все, отбегаем туда влево. Сейчас приблизительную метку вокруг, в которой будем шататься. Угу, забагалось нахуй. Мобов к стенке. Мобов уводи к стенке, вот звезде будем бегать. К стенке стань. Прям к флагу веди, и вот этого флага старайтесь от там танчить. Я стою в стенке. Лужа. Вот прям к стенке, да, туда отведите и следующую партию ловите. Одного быстро добейте. Все, не добивайте, не добивайте. В лужу все в кучу, точнее в звезду встали. Тимбич, иди лови трэш, который возле босса будет. Этот трэш я держу. Добивайте. Сейчас приземлится он. Все, добивайте трэш, следующий лови, Тимбич, будет появляться трэш. И ко мне подводи, я с тебя буду забирать. Вот на мне забери, скучка. Старайтесь бить трэш, на которых метки я буду ставить. Если видите, что у него лол хп, не надо его бить на взлете. Бейте у кого на взлете, бить даже нужно трэш, просто у которых много хп. Вот сейчас встаньте все в одну в кучу.
Вон где локопорт будет ориентироваться. Уберите трэш от нас. Бейте трэш по чуть-чуть. Жим. И прыгать старайтесь все вперед, чтобы вы по бокам не летали. Трэш быстрее заливаем, РДД, милики все в босса. Ёпар, СТ стопнули, ну там один сдохнет уже. Вот у которых больше хп, бейте их. Кучу встаньте, где порт лока. В кучу. Вперед прыгаем. Добиваем трэш. У лока порта соберитесь в кучу. Взлетел, не добейте трэш, у кого больше хп, бейте тех. А, нет, еще нет. Все, взлетел к локу в порт, сюда встали, бьем у кого больше хп. Второго мало, не надо добивать. Ох, это беда. Трэш добиваем. Кто-то стоял не во фрейме. Умность прохильте. Добили, добили трэш. Старайтесь тусоваться около локов портов. Вон даже метка есть. Луна. Быстрее, быстрее, добили. Вас там лжу. Во фрейм встали все в локопорт. Долбим трэш. У которого 400 не трогайте, у которого 2000 бейте. Все, добили. Away. Все, хп сделали им маленькое, потому что не успеем добить равномерно. Все, Гера у нас есть. Сейчас приземлиться, дадим Геру. Я дам. Не добейте только. Все, сейчас приземлиться, трэш добиваем. Милики в босса и РДД, добивайте трэш. Заберите танки. Сейчас танков больше, чем обычного. Собирайте сразу трэш. Отойдите, старайтесь порты, у порта лока держать. Но вас достает же этого УЕ, блядь, после убийства. Служи, выйдите вправо чуть-чуть. Летел. Все, бьем у кого больше хп, у кого меньше не трогайте. Все нормально. Добиваем трэш. Может там БР отплатились какие-нибудь? Вот эту метку добейте. БР есть у кого? Плюс поставьте или скажите. 60 это у кого? Кимбич. Ганвест. Ганвеста, я понял. Ганвеста Локи Бернис. Ганвест и Кимбич. У обоих примерно одинаковое отличие 3 секунды. Ганвеста Локи, Кимбич, Ауди. Всех в Локу, в порт. Не трогайте трэш. Хоты добьют их, не надо. Вон два ляма, вот его бейте. Метку дам, кого бить. Остальных добейте. Добивайте остальных. Потом звезду переключимся. Служи, выйдите. Морти, дай ману поумнее. Гимна ману, Мозар. Поднимите адмирала как будет. Блять, адмирал сдох.
Меня угли сожрали. Угли никто не, даже не это. Заберите. Тимбыч, ориентировка, ауди не трогаешь, поднимаешь адмирала. Все в локопорт встали. Бейте, бейте уголь этот. У него есть еще 1.5 ляма. Что, мне локи поднимать все-таки, да? Ты локи поднимаешь в любом случае. Тимбыч поднимет потом. Их тут танков до жопы отвлечется чуть-чуть. Забирайте. Метку добейте. Взлетел к локам в портсе. Ну не бегайте там, пожалуйста, по лужам. У кого много хп, бейте, у кого мало, не надо трогать. АУЕ тоже стопните. Все, трэш сразу мочим. Кто у трэша, отбегайте, иначе откинет. У локов портов старайтесь держаться. Трэш, трэш, добейте, вон метку ставлю. Добейте, там 200к, он сейчас взлетит же, этот лось. Все. Оставь. Вот это долбим, долбим, но не, ну, не перестарайтесь. Хотя успеем долбить их, пусть. Все, добивайте. Иршам, сам вставай. Ну, скорее всего, нету. БР откатился у кого-то еще. Кто там оставался? Кладбон, Нартия. Он под... Пусть лежит, хильте, ничего страшного. Тут хилить нехрен. Служи, выйдите. Выйди, сова, служи. Гладиатор. Гладиатор. Встали около края у лока. Или вон, перебежали, где много народу. Перебежали, перебежали вот сюда. Все, молодцы. Все, разбежались. Добивайте трэш. Больше дамага и РДД по трэшу. Мили в босса влились. Босса осталось-то с гулькин хрен. Скоро будете держать. Еще один трэш. Вот это добьем. Вот это трэш добьем. Гера 6 минут, понятно. Попавшим дам. Ауди БР-ят, я смотрю. Все правильно. Лужа. Лужа, гладиатор. Вы... За лужу, где порты. Встаньте в кучу, сейчас он взлетит. Встали за лужу, вот сюда порты. Трэш, не добейте. Не добейте, блядь, 350 лямов. Бейте, у которого 1.3. Все. Добейте вот этот трэш мелкий, который остался лол хп, и в босса вливаемся. Вот это одна минута. По 200к. Все, все в босса. Все в босса. Забили трэш. Трэш просто танчите в стороне. Лужа, отойдите. С лужи выйдите. Милики, выведи босса. Все в кучу, все в этот, в локо-тотем. Никто трэш не долбит. Сейчас босс приземлится, все в босса. Все, добивайте босса. Молодцы. Великая победа, Орды. Бля, что с танком? Почему постоянно мимо, 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 мимо? Куда их заводит, нахуй? У меня куча скиллов мимо пролетает. Они откидывают и бегают. По-любому да, будет его. Мимо, мимо. Просто и вейт получается. И запы. Ну, Лена, тебе на... А, ты не на плите. ГЦ, Фрост. Просто тебе... Запы надо, да, было? Ага. ГЦ. Лен, ты начислишь, да, там ЕПГП? Ты же можешь. А есть место у вас? Конечно, есть. А, Фрэнсис пришел. Сейчас за босса будешь давать Фрэнсису минус, Драгону минус, Ваги нет.
Тимбыч, спекайся кота. Дайте каску по шаману. Кладбон, спекайся в кота. Котенка, роль. Котенок? Кто сказал котенок? Ганвестов, качал тайфун? Да. Все, красава. В курсе, да, под какой каст? Или нет? Нет, не в курсе. Я тебе про анонсу, я так не знаю на память. Перегрузка. Ну, перегрузка, видишь, слышишь, сказали. На минутку я тут слышу вас, отойду поработаю. Так, к трэшу не подбегаем. Лут разролила ли? Да. А кому эта хрень досталась? Какая? На дух. Мерси. Ну, у нее живой спек, без ГП, да? Ну да, у нее мейн код. Ага. Майя, съебись, пожалуйста, а? Патруль идет. Ну, ловите его. Отведи чуть-чуть подальше от ворот. Дальний только не это, не сагри. А хотя не надо, вон патруль ловите. Вот этого мудака заливаем. Ебаните лап. Таунт. Отойдите от него. Лена, ты начисляла ЕП за босса? Да. Видел. Интерфейс забагался. Под келя норм, да? И ДК, и ПАВ. О, Ганвеста, настало твое время. Перекинь пока на себя лутер, я прям буквально 5 минут поработаю. Шо? Слушай, ну дрочь все равно сделали, да, усложнили. Смотрю, в ЗЕСе. Леш, тут? Вока. Пианист. Что там вискарик, наверное, попивает.
на загорелые попы смотрит. Либо уже уснул. Да не, он же за нас переживает. Ну, тем не менее, во сколько мы легли, во сколько началось РТ, блядь, это друг, это... Хуй знает, если бы я лежа бы на полежу, смотрел стрим и пил вискарик, я бы уснул, нахуй. Да ну, у нас тут экшен происходит. У него-то более интересный экшен, может, у него там... Экшонный экшен начал происходить. Драгана, наверное, деревню немцы захватили. Старый, как так-то не защитил Драгана? Я на Камчатке, извини, я американцев отбиваюсь. Ну да и хрен с ними. Да хрен с Драганом. Хули от них это отбиваться-то, блядь. Короче, если Драган зайдет, по-немецки пиздеть будем, выкупаем перса. Не зря в школе немецкий учил. Блять, я учил и в школе, сколько там, с 5 класса до 11, французский. Ему не верю, блять. А знаю только петух и курица, блять. У меня иностранный вообще с 3 класса, по-моему, был. Или даже, не знаю, с 4. Ты либо очень молодой, либо продвинутой школе, что-либо? Ну, гимназия. А, понятно. Я тоже в гимназии учился, только я в спортклассе был. Там похуй было. Я был в лицее, ну, первый там несколько классов. Лена Воронка. Дробяха вообще сказ. Давай вот эту паролем. Она хороша, слышь? Дробяшка. Ну, она хороша у меня смотрится только еще. Блять, она хороша у меня смотрится. Тебя она вообще не смотрит. Старый мне как раз под оффхенд, который с этого. Стри крест, ничего стоишь просто. Тихо, я лучше спроебу нахуй. Я помню, такая дробяшка в каре обычки выпадала. Я ее на ок за 4 кат. Вы че, опять там что-то бьете нахуй? Вот вы не поверите, я последний раз, когда лутом распределялся, когда вы били трэш. А я не мог воронки взять. Я 2 воронки свои из банка отдал. Просто так, чтобы вам не сказать, что я их проебал. В этот раз такое не повторится. В конце разрали вы, блядь, что еще? Патруль идет. В конце, да. Вот опять забрать не могу, нахуй. Забираю сейчас. Там она еще осталась. Там даже 2 патруля. Я в охуе. Отойдите все. Девка, ты тут? Да. Вернись, пожалуйста, попробуй ты, я тебе сейчас передам. Ну не могу ничего забрать, нахуй. Ну фрилут, не? Фрилута. Угу. Погоди, а фрилут я тогда так могу забрать, да? Ну да. Сейчас тогда погодите. Вот тут эта дробяшка. Где воронка-то? Я только что ее видел, и нету здесь. Как ты ее забрал вроде как? Смотрим. Старый, воронку захавал. Ничего нету у меня. Я тоже не вижу воронку. И я не вижу там воронку. Ну все, поехали дальше. Видите, боешь. Короче, на гифке. А попробуй. Вот воронка, все. Подобрал. Нет. Ты смотри. Вот она тут лежит, но я тоже ее подобрать не могу. Сейчас я тебе дам ответственность. Смотри, все, тебе дам. Сможешь взять? Так. А чья да, все, забрал. Ага. Все. Ну передашь. Вот поднимите провокаторы только. Так, провокатора, да, поднять. Вот это я могу. Еще одна баронка и боец. Там дальше, да? Да, да, да. Блять, я думаю, что не так? А мне микрофон отошел. Тут боешка в моем дарге. Сейчас. Там на фрилуте тоже я, получается, кликаю, у меня типа показывает, ну, закрывается сумка, да? Но это... Она не подбирала. Так, и воронку, говорить, все, нашел. Так, у меня есть еще 2 воронки.
Давайте активнее там идите, вы тут долго идете. Два босса за два часа, это, блядь, хуёво. Да мы час, Лёха. Собирались долго, да. Мы собирались час, мы трэш чистим. Объявите это, там у кого ассист, дробяшку на ролл. Алёша, как отдыхается? Фоточки присылай с отдыха. В плавочках. Лен, иди на эту ролл дробяшку. Да почему? Я тебе помощника дам, чё ты... А, ты... ну давай. Ты только эти воронки мне отдашь, я разрулю, потом да, да. Запишу в блокнот свой. Рольте дробяшку. Чтобы... Лёхе так. Может, я не знаю, почему у меня. В грязи мастер... попался. Мастер лук этот, блядь. Присылай фоточки в плавочках и в грязи, посмотрим. Бля, Лёх, в грязи можно и на Камчатке поваляться. Он даже полезнее будет, чем за рубежом. Даже жена захотела, чтоб с ней пошел на грязевые, блядь, ванны. Все, в раз кинешь стрейк у девки. Патруль ждем или трэш акр? Так. Да, я думаю, давайте патруль вот этот хлопнем. А тут боешка лежит. Отойдите вот, вот сюда, чтобы второй патруль потом не сагрить. Первый сагрим, под Герой сейчас заебенен. Кстати, на ласта придется пару миликов поменять. Да я уже говорил, что их дохуя. Так а некем особо менять-то тут? И да. Лёша, клапан 2 часа уходит на работу. Клабон, да, предупреждал. Давай, тяни, тяни, таунти. Кинулись. Да сука, я сейчас кого-нибудь с молнией ёбну, смотрите. Ага, там да. Себя, блядь, а? Бейте, бейте, вон там вторые фраера идут. Отбегите, если получится. Отбегайте, отбегайте прямо вот в это ущелье на. Как этих добьете, сразу агрите этих, пока Гера есть. Если добьете этих, успеете. Чтоб времени терять. Только провиться с ДК сразу в рейд тянете. Тяни, Войт, провиться. Ну все, тяните, тяните, агрите. Нет смысла упускать. Вкидывайтесь. Он не притягивается. Ну, зато стаунтис. Девку не убейте, на нем лутер. А МК помог. А, МК помог Буе... сократили, нет? Буе пусть. Бля, меня под землю затянуло. Меня тоже, бля, я провалил. Ебаная пиратка. Я скажу, неплохая пиратка-то. Я и на говне играл. У меня как последние 3 недели какое-то странное желание на офи поиграть. Ну, блядь, если я плачу подписку, я пойду туда играть, я нахуй не вернусь в ближайшие полгода. Знак Лидария. Первый-второй паролу. Лена, я на офи периодически захожу, там делать нехуй, я туда обратно ухожу. Ну, мне там есть что делать, у меня репа не докачана. Просто горный раз. Кините, блин. Окей, на каком тебе сервере? На РФ. Ревущий фьорд? Дети, бейте. Останется одно тело, реснет всех. Он, Лена, реснет. Этот, гифка, смотри, там где-то, говорят, лут был. Я не могу понять, почему у меня баг. Мне говорят, если говорят, я покажу. Не знаешь, какая хрень? У меня получается первая шмотка, все нормально, вылазит окно вот этого рейд-лидера, хил-лидера, блядь. Я ее отдаю, и она у меня зависает, это окно. Другой лут я ничего с ним сделать не могу. Старый. Попробовать нам аддон скачать. Слышь, а из-под земли резко же нельзя, да? Ты что гонишь-то, блядь, ты? Да, с это... Воскрешайте, сходите в инст, присумоним. Пока сами бегите.
Я вообще первый раз такой баг слышу, что под землю упали. А кто там мог что так долго? Ты за Вара не играл просто. Ну или просто не озвучивали. Вары любители гулять по подземельям. Они как кроты. Быстрее всякой бурмашины бегу. Они знают два слова вар, бить. У них нет препятствий, у них нет текстур. Это знаешь как? Я есть вар, я буду бить, да? Тупой орк. Тут РДД через стены хуярят, через гор. Да не везде. Не везде, надо. Везде, блядь. На начале песни войны прям через скалу насквозь. Мы какого-то там босса били, блядь. Это чуть-чуть бывает. За колонну встал и ничего не мог сделать. Палка это какая-то перед тобой. Ты нихуя сделать не можешь. Так даже на афе было. Да не везде тут. Конечно, чепуху горит. 100 раз обламывался из-за этой темы. И чё тут воронки должны падать? Где они? Кто-то явно в этом рейде приносит мне. В смысле у нас это? Это вся сова. Я в рейде просто. Я воронки собрал все, а и теперь хрена некуда. Это просто Кирсу больше воронки не нужны. Да мне тоже больше воронки не нужны. Нет, просто мне не нужны, поэтому они падают. Да, и потому что гевки нужны. А еще да потому что у гемки лутер, ему вообще опасно давать лутера, но ну, кстати, тоже верно. Не опасно лутера давать. Ген. Слушай, а тебя на профи Леха тактично не скидывает лутера? Нет. На каждой КД. Да почему так? Что поезд? А вы что, повешки не собираете? Ой, знаки или дары. А, Гевка, ты видел, что там тебе Валик скидывал в твоем красном вот здесь лежат. Здесь где это где? Вот. Адмирал, я делаю вид, что я тебя не слышу. Я просто на минутку отойду. Ты же только что пришла, куда ты опять пошла? Да Лена это взяла одну стопку, пошла за новой. Бля, пойти егеры все что ли? Жена водку забрала. Что-то я тоже подумал, надо пойти. Да, да, да. Пойдем со мной. Вы тихо, мне еще, блядь, я на работу третий день не могу дойти. Ребят, кто лут собирает, пошлите, пожалуйста, по кругу обратно. Там знаки лежат, 2 знака. Да боже, какие. Пошли по кругу. Зачем они вам нужны? В натуре. Да хрен на них. Так, ладно, это, вы мне объясните, вот здесь вот когда 3 порта высвечиваются, метки обычно ставят, это кто? Или они сами? Смотри, из 3 порталов рандомно 2 жреца выходит из 1 босс. Да ты мне тактику не объясняй, я это знаю. Я тебе говорю про сами метки. Их автоматически ДБМ ставит или кто-то их ставит? Нет, а, нет, типа нет. То, что выносить-то? Да, да, да. Ну да. То, что выносить, ну, вот ДБМ. Вот херня, которая подлетает, да. Типа у кого ассисты ДБМ. Про жрецов имеет в виду. А, про жрецов? Жрецах нет. Да, было. Жрецов вроде тоже ставят сам. Разве? Нет, на жрецов ставят метки. Нет, не ставят. Ну, ручками, типа, не проблема. Тоже. Ладно, я понял, это я дурак. Объясняю заново. Бьем босса. Начинается фаза. Он убегает, исчезает. Появляются 3 порта, из которых выходят мобы и жрецы. Вот эти порты подсвечиваются хуетой этой, луной, светом. Это он автоматически? Да. Да. Лапу не я понял. Жрецов я метить буду. Я знаю, что это индивидуально. Так, у нас 1 Никитос, да, на трап. 2-го мы забираем, в принципе. Да все нормально, я так понимаю. Нате рыбу. Фул
Баф. Гевка, помогай рылить, если... Ну ладно. Да просто... Саппорта пить надо. Саппорта нет. Не обязательно. Просто к чему говорю? Я могу что-то недоувидеть в плане новых инстов и рылить. Вообще не любитель. И не это что-то. Старик. Просто два элема меня передамагивают, меня это калит. По-другому никак, когда рылишь. Просто калит, сука. Старик, в РС-то пойдем сегодня, нет? Ну убейте два босса вот этих быстро и пойдем. РТ еще два часа. Давай мне на днюху сделаем триньку. Днюху? У тебя сегодня днюха, что ли? Да, у меня в 4 часа, сейчас 35 лет стукнет. Я уже начинаю, уже сам дверь открываю. С наступающим. С наступающим, да? Блядь, Женя, ну тут сам Бог велел Гегеместера въебать.